Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Обычно в Нефтекамске работает два экипажа инспекторов ГИБДД. В пятницу и субботу патрулей на дорогах становится больше. В рейды выходит 6-7 машин, но показатели неутешительные. С каждым годом автолюбители совершают все больше нарушений правил дорожного движения. За 2016 было выявлено 20 594. Как следствие, стало больше и ДТП. Зарегистрировано 1705 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими 54, в которых погибло 8 человек, 53 человека получили различные степени тяжести. Совершено ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного. 5. Чаще всего причиной аварий становится выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований дорожных знаков и дистанции. Неутешительно, что вместе с этими показателями растет и количество ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. Всего за год инспекторы ГИБДД задержали 865 человек, принявших на грудь. В 2015 году было 6 дорожно-транспортных происшествий, связанных с пьяными водителями. В 2016 году на 2 больше. Ну, соответственно, и статистика у нас по выявлению пьяных водителей больше. То есть в этом направлении была работа усилена. Еще один аспект деятельности отдела ГИБДД – контроль за состоянием дорог. Их в Нефтекамске 272 километра. Инспекторы за год выдали 618 предписаний дорожно-коммунальным службам. Это и отсутствие разметки, и ямы, и колея в зимний период. За 2017 год выдано предписаний, более 60 предписаний. Привлечено к административной ответственности 8 организаций, кто обслуживает город непосредственно. Ну, сами видите, с начала года снегопады у нас обильные были, мы контролировали данную ситуацию, соответственно, в праздники и днем, и ночью техника выходила, старались держать. Продолжает работать Нефтекамский отдел ГИБДД и по пропаганде. 27 января в нашем городе второй год подряд будет проходить республиканский полуфинал КВН по безопасности дорожного движения среди школьников. Наталья Бурова, Ильшат Исламов. Время новостей.